Я приветствую вас на программе «Манифест». Мы находимся в Тель-Дане, в северной части Израиля. За моей спиной одни из самых древних врат в мире. Это одно из популярных мест, куда люди приезжают со всех уголков мира. Поэтому, будучи здесь, обязательно посетите это место. Сегодня в программе будет очень важное послание, и я сразу хочу сказать, что эта первая часть будет еще и вторая. Существует множество мнений о великой скорби, в особенности на Западе, и бывают три взгляда на вознесение — до скорби, в середине скорби, после скорби. В Библии нам описаны 7 лет скорби, которые делятся на 42 месяца и потом еще на 42. Однако идут споры о том, когда Христос придет опять за Своей Церковью и когда воскреснут мертвые во Христе. С детства, изучая пророчество, я был научен тому, что Христос придет до скорби. Но среди моих лидеров есть человек, он один из членов правления. И как бы я ни пытался его разубедить, он твердо верит в то, что Христос придет в середине скорби. Мы с ним близкие друзья, уважаем друг друга, но у нас такие разные мнения в этом вопросе. Сразу хочу сказать, что не преследую цель что-то вам доказывать. Я просто хочу рассказать вам, почему я верю в то, во что я верю. Услышав учение, вы сами решите, во что вам верить. 4 фундаментальных убеждения христиан. Во-первых, все евангельские церкви верят в то, что Господь придет опять, а во-вторых, что будет 7 лет скорби, ну и в-третьих, что возвращение Христа будет либо в начале, либо в середине, либо в конце скорби. И здесь мнения разнятся. Выясним, во что верим мы. Я много говорил о теории вознесения до скорби и объясню, почему я склонен так верить. Но сегодня хочу поговорить о теории вознесения после скорби. Возможно, вы раньше ничего об этом не слышали. Я дам общее понимание того, во что верят приверженцы этой теории. Они верят, что Господь придет в конце 7 лет скорби. Итак, поскольку скорбь длится 7 лет, а Христос придет только после 7-летнего периода скорби, это означает, что, по их мнению, Церковь испытает на себе все тяготы 7 лет скорби. Они верят, что обезглавливание, о которых идет речь в 20 главе Откровения, относится к христианам, к Церкви, что большая часть Церкви будет обезглавлена. Они верят, что Христос придет не со святыми, а с ангелами, заберет христиан. Христиане воскреснут, и в тот же миг Христос придет на землю, и все мы изменимся. И что все это произойдет в конце скорби. Но здесь, как мне кажется, теория распадается, поскольку брачный пир Агнца происходит на земле в конце скорби. И также в конце скорби будет происходить судилище Христово. Это краткий обзор того, что будет происходить в течение 7 лет и в конце 7 лет скорби, согласно теории вознесения после скорби. Если мы обратимся к книге Откровения, то у нас возникает вопрос. Описаны ли события в книге Откровения в хронологическом порядке? Те, кто верит в вознесение после скорби, не считают, что в Откровении события описаны в хронологическом порядке. Они считают, что события там написаны хаотично. Но в первой главе мы видим явление Иисуса на небесах, во второй и третьей главе письма семи церквям в Азии, в четвертой главе Иоанн слышит призыв подойти к Божьему престолу, и он начинает видеть видения в небесах и на земле на протяжении 7 лет. Книга Откровения описывает события в точном, хронологическом порядке. Именно поэтому скорбь делится на первые 42 месяца и на вторые 42. Пророчество об этом мы видим в книге Даниила 9 главе, 27 стихе, где говорится, что Антихрист заключит договор с Израилем и также с другими странами на 1/7, на 7 лет. Полностью скорбь продлится 7 лет. Отсюда мы и взяли период в 7 лет. И Откровение согласуется с этим периодом, потому что в сумме две половины скорби составят 7 лет. Но вы должны понимать, что в книге Откровения Иоанн говорит «после сего», и затем снова «по прошествии этого», и затем опять
И после этого это указывает на абсолютный хронологический порядок описанных событий. Сначала это, потом то, а потом уже происходит следующее. Если я скажу вам, что после проповеди мы с вами отправимся в крепость Немрода, и это действительно так, а потом у нас будет обед, это хронологический порядок? Конечно же, да. Поэтому события в книге Откровения описаны в четком хронологическом порядке. Это важно, потому что в Откровении 4 главе 1 стихе Иоанн слышит голос, как звук трубы. Он оказывается на небе и слышит приглашение подойти к престолу Божьему. Это прообраз вознесения святых. И в конце скорби, после одного события, второго, третьего, Иисус вернется со своим воинством небесным. Поэтому книга Откровения написана в хронологическом порядке. Это мой первый довод сегодня. Итак, говоря о том, что святые уже на небесах, если Откровение в хронологическом порядке, то где же были святые в главах 6 по 19? Где они, когда открыта первая печать? Итак, до самой 19 главы. Я знаю, вы шустрые, и вы успеваете следить за моей мыслью. Скажем так, 4 глава — это пришествие Господа, и 19 глава — это возвращение Христа на землю. Итак, где же тогда все это время находятся святые? Если верить в вознесение после скорби, то мы не можем быть в это время на небесах. На небесах в это время происходят две вещи. Я хочу как можно лучше донести это до вас. Первое. Святые находятся на небесах. Мы видим это в Откровении 11 главе 18 стихе. Не просто на земле, но у престола суда. За это время будет происходить четыре вида суда. И я вам их перечислю. В 6 главе Откровения описаны суды Божии, которые происходят на земле. Это суды скорби, чтобы отомстить за кровь мучеников и праведных людей, умерших на протяжении веков. Затем в Откровении 11 главе написано, что народы в гневе, и Бог изливает свою ярость на народы. Начинается великая скорбь. Итак, следите за моей мыслью. Я перечисляю суды. Во 2 главе книги Иоиля описан суд над народами. Он произойдет в долине Кедрон, в долине Иосафата. В этом туре вы уже там побывали. А в Иерусалиме? Это второй суд. И мы читаем о нем во 2 главе книги Иоиля. Третий суд называется «Судом у Белого престола». Сейчас я показываю вам хронологию, но мы перескочим вперед. Суд у Белого престола будет после тысячелетнего царства Христа на земле. Перед этим судом предстанет сатана, демоны и бесы. Библия говорит, что мы будем судить ангелов. Разумеется, падших ангелов. Праведных ангелов не за что судить. Падшие ангелы будут судимы. Во втором послании Петра говорится об участии бесов. Все грешники за все века предстанут пред судом у Белого престола. Но есть и судилище Христово, которое иначе называется Бима. Об этом суде говорится в Откровении 11 главе 18 стихе. Это очень интересно. Давайте прочитаем. «И рассвирепели язычники, и пришел гнев твой, и время судить мертвых и дать возмездие рабам твоим, пророкам и святым, и боящимся имени твоего, малым и великим, и погубить губивших землю». Обратите внимание, здесь говорится о суде, пред которым предстанут святые. Если правы сторонники теории вознесения после скорби, то судилище Христово должно произойти уже после 19 главы Откровения, в конце Откровения, когда Христос вернется на землю. Именно тогда будет суд Бима. Однако мы видим, что Бима, суд над святыми, происходит в 11 главе Откровения, а это приходится где-то на середину скорби. Обратите внимание, что говорится в послании к римлянам, 14 глава с 9 по 12 стих. «Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. А ты что осуждаешь брата твоего? Или ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу».
Речь идет о верующих, не о грешниках. Второе послание к Коринфянам: «И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодны. Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Это бима, судилище Христово, о котором говорил Христос и Павел, когда верным его будут раздаваться награды. Две категории. Это люди, которые получат награды за то, что они делали для Бога и для Царства Божьего, за их труд и щедрость. Библия говорит, что если плод человека пребывает, если то, что ты сделал для Бога, пребудет, ты получишь награду. В Библии есть и предупреждение. Никто, да, не восхитит венца вашего. Будут люди, чьи дела будут испытаны небесным огнем во время суда, и они не устоят. Они попадут на небо, но не получат награду, потому что на земле ничего не сделали. Я вижу людей в церкви, которые ничего не делают для Бога. Они приходят по воскресеньям и даже не хотят жертвовать. Они спасены, они любят Господа и говорят об этом, но они никак не служат, не ездят в миссии, не помогают, не поддерживают. Они не получат награды. Как кто-то может восхитить ваш или мой венец? Кто-то заберет у вас ваш венец, если вы призваны делать что-то для Бога, но вы это не делаете. И кто-то занял ваше место. Скажем, Бог призвал меня учить в детском служении. Я люблю детей, но говорю: «Я так занят, мне нужно зарабатывать деньги». Тогда она, прослужив детям 30 лет, забирает мой венец. Все, что Бог хотел дать мне, Он даст ей, а я останусь без награды. Однажды один человек сказал: «Зачем мне награды? Мне главное оказаться на небесах». Представьте, вы на небе. У всех вокруг на голове венец, а у вас нет. Как на вас все будут смотреть, как на неудачника? Они скажут: «Благослови его Бог, но он ничего не делал для Бога на земле». И единственное, чем ты можешь воздать Богу, оказавшись на небесах, это положить свой венец к его ногам, как старцы в книге Откровения. Как сказано в Библии: «Дабы нам не устыдиться при явлении его». А если мы ничего для него не делали, то при явлении нам будет стыдно. Я думал только о себе. Как бы заработать побольше денег, оставить наследство детям? Я всегда говорю людям: это хорошо, если вы оставите что-то детям, но при этом никогда не пропускайте мои конференции. Да, друзья, я расскажу вам о Роне. У меня есть партнер в служении, его зовут Рон, он так и сказал своим детям: «Конечно, я оставлю вам наследство, но я не буду экономить на конференциях Перри Стоуна». Он тратит деньги на транспорт, на проживание, еду, но не пропускает наших конференций. Я верю, что вы усвоили этот важный урок. Итак, если вы верите в вознесение после скорби, тогда наши награды мы получим на земле. Приверженцы этой теории часто приводят стих: «А теперь готовится мне венец правды». Я прочту вам несколько мест. «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Первое послание Петра, 4 глава. «Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, мертвые воскреснут нетленными». А далее 5 глава. «И когда явится пастырь-начальник, вы получите неувядающий венец славы. Когда он явится, мы получим награду». Сразу после нашего вознесения мы явимся на судилище Христово, которое иначе называется Бима. Это судилище, на котором мы получим награду. Этого не произойдет, пока он не явится за нами, чтобы мы встретились с ним в воздухе. Но приверженцы теории вознесения после скорби говорят, что придет Господь и награда его с ним. Они цитируют Откровение, 22 главу, 12 стих. «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». А вы думаете, он грядет, чтобы раздать награды? Нет, написано, что возмездие его с ним, а не наши награды с ним. Представьте, Иисус является на белом коне, и к нему привязан прицеп, в котором триллион венцов. Понадобится очень сильный конь.
Я знаю, вы, как и я, не верите в Санта-Клауса, но помните этот фильм, когда идет поезд и нужно запрыгнуть в состав? Да-да, «Полярный экспресс». Санта на санях, загруженных подарками. Нечто вроде этого можно представить, если Иисус вернется на коне с большим прицепом, полным венцов. Он теряет некоторые из них в атмосфере по пути. Я не пытаюсь вас рассмешить. Я говорю, что мы получим награду в небесах, на судилище Христовом. Это судилище называется Бима. Верующие получат награды за то, что делали для Бога. И это будет не в конце скорби, а в середине семилетнего периода скорби. То, что это произойдет в середине скорби, не говорит в защиту теории вознесения в середине скорби, потому что перед этим святые на небесах просто поклоняются Господу. Мы читаем об этом в 5 главе Откровения. «Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах». Так поступали и с пророками отцы их. Лука 6 глава, Иакова 1 глава. «Блажен человек, который переносит искушение. Быв испытан, он получит венец». Это место прекрасно иллюстрирует эту истину. «Возрадуйтесь, ибо велика вам награда». Где? «Велика вам награда на небесах». То есть, где наша награда? Не на новой земле, не в тысячелетнем царстве. Что будет происходить во время тысячелетнего царства? Он сказал нам, что мы будем править, будем поставлены над городами. Он говорил об этом в притчах. Это будет тогда, когда мы вернемся на землю. Но наши награды и то, над чем мы будем поставлены в тысячелетнем царстве и на новой земле, будет определено на судилище Христовом согласно проявленной нами верности Богу на земле. Однако будет суд и на земле. Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его. Суд в явлении Его для верующих. Суд в Царстве Его для этой земли. И вот мы добрались до 2 главы Иаиля, где говорится, что в долине Иосафат он будет судить все народы. То есть суд для народов произойдет в его царстве. Я знаю, что для многих из вас понять и воспринять этот материал очень тяжело. Книга Иаиля, 3 глава. Давайте посмотрим. «Пусть воспрянут народы и не зайдут в долину Иосафата, ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду». Итак, для чего? Кому нужен суд, когда Иисус вернется на землю? А вот для чего. Многие примут начертание зверя. Но будут и те, кто чудом выживут даже без начертания. Пшеница будет отделена от плевел. Иисус говорил об этом в 13 главе Матфея. Он пошлет ангелов своих отделить пшеницу от плевел. Кто же такие плевелы? Это дети зверя, которые последуют за ним и за лжепророком, за антихристом, который захватит треть земли. Обо всем этом мы читаем в притчах в Новом Завете. Но те, кто выживут, Библия говорит, что он пошлет ангелов своих и соберут избранных его от четырех ветров земли. Поэтому будут две группы людей. Те, кто примут начертание и поклонятся зверю. И в книге Откровения звучит призыв, чтобы мы не принимали начертание и не поклонялись зверю. Эти люди обрекут себя на погибель. Тем, кто примут начертание зверя, не будет позволено править с Иисусом в тысячелетнем царстве. Сначала произойдет отделение пшеницы от плевел, как сказано в притче. Пшеница — это дети Божии, плевелы — это дети сатаны. Итак, на земле в конце великой скорби произойдет суд. Люди будут разделены на две категории. Невероятно. Но у меня почти не осталось времени. Итак, в 19 главе книги Откровения идет речь о брачном пире Агнца. Этот пир происходит на небесах, и происходит он в последний год скорби. Потому что в Ветхом Завете, когда мужчина женился, он брал годовой отпуск, не работал, а проводил все время с женой. Итак, скорбь будет продолжаться 7 лет, но в последний год скорби на небесах будет брачный пир Агнца. Потому что каждый седьмой день — это шаббат. Каждый седьмой год — шмита. Каждый 50-й год — юбилей. Седьмой всегда означает покой и никакой работы. Итак, в небесах мы поклонялись, мы предстали пред судилищем Христовым, но что мы будем делать в последний год скорби? Пировать? Мы бы не отказались.
Баптисты входят на пир, смотрят, а пятидесятники уже все понадкусывали. Я шучу. Не пойду в детали, потому что не все смогут нормально воспринять мой юмор. К чему я это говорю? Я хочу сказать, что в 19 главе Откровения описан брачный пир Агнца. Мы будем одеты в белые одежды, и мы будем праздновать со Христом. Это будет последний год скорби на земле, а мы будем на небе. И затем в 19 главе говорится о Великой Вечере Божией. Птицы будут есть трупы царей и трупы сильных на земле. Однажды один человек мне сказал, это и будет брачный пир. Я не хочу прийти на пир и смотреть, как вороны едят плоть. Это не брачный пир Агнца. У людей в голове все перепутано. На земле будет Божья вечеря. Это будет празднование поражения войск Антихриста. А на небесах будет брачный пир. У меня не осталось времени, поэтому я подведу черту. В Откровении мы читаем о брачном пире в небесах и о судилище Христовом на небесах. То есть Господь придет за нами не в конце скорби, а до нее. Ведь все это произойдет на небесах. Святые получат награды. 11 глава Откровения. Нельзя все сжать и сделать Откровение 11 главу концом скорби. События описаны в хронологическом порядке. Сначала первые 42 месяца, затем вторые. Это первая часть этой темы. На следующей неделе мы продолжим говорить об этом. Я буду говорить о спорных вопросах, а именно о том, в чем верующие имеют разные мнения. Я расскажу, во что я верю и почему. Поэтому не пропустите следующий выпуск программы. Как всегда, у нас есть для вас ресурс. Приобретая наш ресурс или жертвуя в наше служение, вы позволяете нам выходить в эфир по всему миру. Ознакомьтесь с нашим новым предложением, и затем мы снова с вами встретимся. Здравствуйте, это Перри Стоун, и у меня важное объявление для вас. Теперь вам доступен международный пророческий саммит. Лучший саммит, в котором я когда-либо участвовал. Он доступен на аудиодисках и DVD. Там вы найдете 11 посланий от меня, Билла Клауда, Марка Билса и Джоэла Ричардсона. А вот как называются некоторые из этих посланий. Открывается ли сейчас книга с семью печатями? Притча о смоковнице и что она означает для Америки? Что бы сделал Иисус во время этой гражданской войны? Библейский ответ на пришельцев и НЛО. Я поделюсь словом под названием «Новая зеленая сделка» и ее экономическое влияние на вашу семью. Еще одна проповедь называется «Слово для Америки» из пророчества Аввакума. Другое слово называется «Который сейчас час». Билл Клауд шокировал публику посланием под названием «Берегитесь, РФ РАФ». Я также поделюсь словом под названием «Отвечая на трудные апокалиптические вопросы, на которые никто не отвечает». Затем Марк Билс поделится словом «Иеремия, пророк для наших дней». Закончу посланием «Должны ли вы готовиться к переходу Пеллы?» Я хочу сказать вам, что это слово на сейчас. Оно пророческое. Оно отвечает на вопросы. Вас ждут новые версии посланий. На передаче вы видите лишь 20 минут послания, а я проповедую еще 40 минут. Кроме того, мы не показываем на передаче послания наших спикеров. Иногда их информация направлена лишь на определенных слушателей. Ее не примут, если ее выложить в соцсетях. Я расскажу вам, как получить этот цикл. Если вы хотите получить сборник из аудиодисков, то заказывайте предложение 21PSCD за $65. Если же вы хотите заказать DVD, то я советую вам заказать его. Тем более, что Марк Билдс всегда дополняет свои проповеди иллюстрациями. Для этого заказывайте предложение 21PS DVD за $95. Вот как вам сделать заказ. Вы можете позвонить по номеру, который видите на экране, или зайти на наш сайт, чтобы сделать заказ через интернет. Вы также можете отправить нам чек по адресу, который указан на экране.
Не забывайте, что ваши деньги идут на служение «Голос евангелизации», чтобы фестиваль «Манны» и дальше мог выходить в эфир. Мы живем в величайшие пророческие времена. Мы стали свидетелями битвы двух царств. Вы сможете вооружиться как следует лишь в том случае, если вооружитесь откровением и истиной Божьего Слова. Советую вам позвонить, посетить наш сайт или написать нам прямо сейчас. Пусть Бог благословит вас. Не забудьте воспользоваться нашим предложением. Оно будет актуально еще некоторое время, а потом мы предложим вам что-то новое. Покупая все эти материалы, вы способствуете тому, чтобы наша программа и дальше выходила в эфир. Как вы знаете, мы уже многие годы проводим региональные конференции и пробуждения. Я решил изменить свое расписание, но, вернее, жена меня заставила, потому что я отсутствовал дома почти все выходные в году, и это сказалось на моем здоровье. Итак, послушайте внимательно мое новое расписание. 29 и 30 января я буду служить в городе Моми, штат Огайо. Если я неверно произнес название вашего города, простите меня, пожалуйста, я не нарочно. 4 и 6 февраля Флоренс, Южная Каролина. Я не так часто бываю в этом регионе. Кажется, в самом Флоренсе я был всего один раз, а может, вообще не был там. Поэтому, если вы живете в этом регионе, то приезжайте на эти собрания. А 26 и 27 февраля я буду служить в городе Джексонвиль, Флорида. Хочу напомнить, что в конце марта мы, как всегда, проведем Warrior Fest. Также весной я буду во многих новых местах. Если вы хотите знать, где именно я буду служить, зайдите на наш сайт и просмотрите мое расписание. Так вы можете быть в курсе того, что мы делаем. Также подписывайтесь на нас во всех соцсетях. И еще одно важное событие. 5 вторников подряд в январе я буду служить в Омега-центре. Это здание нашего служения в Кливленде, штат Теннесси. Господь побудил меня провести собрание пробуждения. «Пробудись, Америка!» Там будет наша группа прославления, приглашенные музыканты, и это будет настоящее олдскульное собрание пробуждения, на которых вы все бывали в прошлом. Поэтому, если вы живете поблизости, приезжайте к нам, иначе вы пропустите настоящее Божие движение. Давайте пробудим Америку вместе. Итак, 4, 11, 18 и 25 января будут проходить собрания пробуждения в Омега-центре. Затем у нас пройдет ралли Святого Духа. Это будет 1 февраля, тоже в Омега-центре. Мы верим, что Бог будет делать великие вещи. Многие христиане и многие служения переживают сейчас различные атаки. Сейчас то время, когда цари идут в сражение. Но фокусируйтесь не на атаках, а на силе Божьей, которая проведет вас через все это. Мы участвуем в духовной войне, и людям нужно иметь силу, мудрость и Духа Божьего, чтобы справиться со всем, что может произойти в будущем. И мы существуем как раз для того, чтобы помочь вам разобраться в этом и в понимании пророчеств. Еще раз спасибо за внимание.